Шалом, любитель понабивать сотни фрагов, 5 сотен ассистов и при этом не вылезая из своего уютного любимого танка. У микрофона Гарик Солобимов, и сегодня у нас на обзоре, по сути, главный бронесарай всея Энлистеда. Встречайте, дамы и господа, Т-28. И самая главная фишка этого танка в том, что он трехбашенный. Если в первой башне основной находится и главный калибр, и пулемет, то в двух других башенках, короче, такие вот большие яйца по бокам, тут у нас расположены чисто пулеметы. Короче говоря, за счет этого у нас танк является трехбашенный. Вторая не менее важная фишка — это то, что у танка, как я и говорил, 3 пулемета. 2 в маленьких башнях и 1 в большой. И это в данный момент рекорд среди всех танков. Если взять, например, третьи пазики ранней модификации, то есть с литерой Б и с литерой Е, то у них 2 пулемета. Также 2 пулемета имеет главный топовый танк всея Советского Союза Т-50. Ну а у всех остальных, как правило, 1 пулемет курсовой. Есть, конечно, еще пулемет стрелка-ратиста, но он пока не работает. Я не знаю, не факт, будет он работать или не будет. Ну а раз речь зашла про пулеметы, то у всех советских танков, что были, что есть, что будут, у всех будет один и тот же пулемет. Дегтярев танковый на 63 шара в магазине, точнее говоря, в барабане. А для дальнейшего обзора пулеметов мы таки переедем на полигон, чтобы нам никто не мешал и нас ничего не отвлекало. Поехали. Что же, вот мы и на полигоне, и тест под номером 1. Сколько нужно выпустить шаров, дабы заклинил наш пулемет? Вот знаете, в чем главная фишка дизельного топлива, Дегтярева танкового? В том, что у него в барабане 63 патрона. И вот этот барабан на 63 шарика разряжается быстрее, чем успевает ствол перегреться. Вот это вот фантастика, вот это вот расчет. Вообще сказка. А еще знаете, какая главная забавная фишка Т-28? Вот заметьте, что у меня в данный момент в танке сидят 3 танкиста. Ну, мехвод, командир и наводчик. А пулеметы стреляют все 3. Вот такая вот забавная фишка. Телеуправление, вот зачем будущее, детка, да. Ну а раз мы все еще на полигоне, то неплохо бы взять в руки секундомер и засечь, за сколько танкисты-телепаты будут закидывать новый свежий барабан в Доминика Торетто. Ну, как говорится, нажимаем и засекаем. То есть ровно 8 секунд нужно для того, чтобы танкисты-джедаи перезарядили наш дульный тормоз. Ну а вот теперь самая интересная часть этого видоса. Недаром же он будет называться и там, и тут. Поэтому мы перейдем к старшему брату Энлистеда War Thunder, и буду я вам рассказывать о том, как правильно уничтожать вражеские шушпанцеры, играя на том или ином танке. Гоа! Если вы завсегда-то игрок Энлистеда, то вы точно знаете, какие танки против вас играют, если вы играете за советов в московской компании. Это у нас пазик 2 с литерой С, пазик 3 с литерой Б, пазик 3 с литерой Е, пазик 4 с литерой Е, 3 пазик с литерой J и очень-очень редкий зверь — это ПЗ-38Т чехословацкий. Но перед тем, как мы начнем обстрел танков в War Thunder и в Энлистеде, я вам скажу одну такую вещь. Если вы играли в Энлистед, но никогда не играли в Тундру, открою вам небольшой секрет. Абсолютно все характеристики техники, будь то толщина брони, бронепробитие, скорострельная скорость, мощность двигателя, они один в один идентичны с Тундрой. Это все, что я хотел сказать, теперь непосредственно к самой мелочи. Если вы были завсегдатой картошкой и других танковых игр, то лобовая часть танка для вас довольно-таки знакома. Если все очень просто сказать, то танк разделен на верхнюю лобовую деталь и нижнюю лобовую деталь. Толщина верхней лобовой детали у второго пазика с литерой С составляет 20 мм. Эту цифру вам надо будет запомнить. А вот башня имеет толщину 14,5. Насчет бортов мы не будем интересоваться, потому что они и так, как правило, тоньше, чем, например, лобовая часть танка. Также у танка есть всякие дополнительные фальшборта, они показаны здесь зелененькие, это всякая конструкционная сталь и внешние элементы танка. А теперь переходим в анализ защищенности и начинаем обстреливать танк нашими снарядами. А перед обстрелом хочу вам напомнить, что у Т-28 нету бронебойных снарядов, у него есть шрапнельные, которые играют роль бронебойных. И так как в Энлистеде нет вообще никаких ТТХ по этим снарядам, то вот вам небольшая информация. Бронепробитие составляет 33 мм. Поражающая способность снаряда примерно следующая. Снаряд пробивает тонкую броню и высыпает огромную тонну количества подшипников. Короче говоря, основные тезисы — это 33 мм пробития и дохрена подшипников выбрасывает при пробитии. Начинаем обстрел танка. Как вы знаете, красный крестик — это то, что пробить броню эту невозможно.
Вот если искать, где зеленый крестик, то броня, по идее, должна пробиваться. Вот, как вы видите, люк мехвода у второго пазика с литерой С пробивается. Делаем пробные выстрелы, смотрим, как поведет себя снаряд. Хренак убила мехвода и повредила ему смотровые приборы. Теперь ту же самую процедуру проведем на полигоне в Энлистеде. Если вы помните, то основная верхняя лобовая деталь в War Thunder была практически красной, за исключением почтового ящика мехвода, тогда как в Энлистеде все было зеленое. То есть любое попадание шрапнельного снаряда в эту область танк уничтожает. Все-таки не скажешь про War Thunder. Второе уязвимое место второго пазика, как бы это забавно не звучало, это его башня. То есть кидайте ему прямо между пулеметом и основной пушкой, и вы не прогадаете. Особенно бывает так, что, например, от танка видно только одна башня, а корпус его спрятан. Поэтому башенку второй пазик пробивается на ура и на вылет. А если вы, конечно, ни хрена себе снайпер, вы можете заслать ему в башенку командирскую. От такой дерзости этот пазик вообще охренеет. Теперь инфа скорее для тех, кто любит побегать с очень-очень длинной пушкой. Самое уязвимое место любого танка считается боекомплект. И вот у пазика второго с литерой С боекомплект расположен как раз таки под башенкой. То есть вот вам вот эти вот магазины, это и есть боекомплект. Двух патронов калибра 14,5 вполне достаточно, дабы поджечь этот пазик и отправить его к тебе сам. Ну а если так, конечно же, бывает, если пазик стоит к вам жопой, не стреляйте ему в двигатель, дайте ему лучше леща или за трещину. От этого толку будет намного больше, чем от того, что вы ему выбьете двигатель. А у нас на очереди кандидат под номером 2. Пазик 3 с литерой Б. Это, наверное, самый картонный танк, который существует в Энлистеде. Ибо красная зона брони, которая считается, как правило, самая толстая, составляет аж целых 14,5 мм. То есть тут даже не надо выцеливать какие-нибудь уязвимые места, в любую точку этого танка стреляйте, и хана сразу же придет. Поэтому особо каких-то, не знаю, там уязвимых мест тут особо нету, блин. В любую точку косите его и все. Ну и самая главная отличительная черта этого танка, по сравнению с литерой Е, это визуально то, что у него во лбу находятся два вот таких вот лючка. Это вам поможет, скажем, отличать пазик с литерой Б от пазика с литерой С. А так у него в любое место он пробивается и уничтожается. Тут даже не думать не надо. Ну и вторая инфа для бронебойщиков. Если любите бегать с большим числом, то запомните место. Видите вот этот центральный верхний катук, средний вот этот. И запомните его месторасположение, потому что под этим каточком находится у этого танка боекомплект. Ну и двух попаданий достаточно, дабы сделать 5 фрагов, как ни крути, а здесь 5 танкистов сидит. Вот. Теперь эта же машина, только в Энлистеде. Ну смотрите, она реально вся зеленая, блин. В любую точку этот танк засади шрапнельный снаряд, он же разнесет его нафиг. Я не знаю, этот танк создан для борьбы только с кавалерией, наверное, во Франции где-нибудь там. И все, блин, ну... Любое противотанковое орудие с ним сделает очень-очень бубу. Кстати, смотрите, какая красивая... Попадание снаряда было такое, дырочка идеальненькая. Ой, вообще красота. А мы едем дальше. Пазик 3 с литерой Е от собрата своего отличается тем, что броня увеличена до 30 мм. Поэтому если танкист на этом танке начнет рамбовать, то пробить его уже немножечко труднее будет. Потому что приведенной брони при рамбовании становится где-то в районе 35-36 мм. А бронепробитие нашего шрапнельного снаряда, если вы забыли, составляет 33 мм. Вот такая вот балалайка, я вам скажу. Поэтому все-таки пазик 3 Е немножечко, да, злой противник. Толщина башни уже 35 мм, шрапнельный снаряд не возьмет. Башенка 30 мм, возможно, если вам удастся закинуть туда шрапнельный снаряд, то будет довольно-таки здорово. Вот. Теперь про уязвимые места. Если вы стоите лоб в лоб, косплеите техасскую дуэль, третий пазик ни хрена не рамбует, смело стрелять ему в лобовую проекцию, и вы его должны пробить, потому что у вас пробитие 33, у пазика брони 30. Так что в любое место он должен, по идее, пробиться. Если пазик все-таки прячет свои телеса, то есть у вас вероятность, что вы его пробьете в башню. Как раз таки прям в межпулеметное пространство. Потому что там все-таки брони 30 мм, толщина башни, как вы помните, 35. Вот. Ну или в комбашенку. Или третий способ пробить его в прицел его.
То есть выцелить оптику наводчику и поставить ему такой красный бланш такой на весь глаз. Ну а если вам все-таки удастся попасть в комбашенку и пробить ее, то голова уже будет болеть у командира. Ну даже у двух, тех, кто рядом с ним сидят. Все-таки зацепит их. Вот такая вот балалайка. Но запомните, комбашенка — это самая толстая часть этого танка. Поэтому он довольно-таки скудно пробивается. А если танк стоит бортом, куда же все-таки целиться? Ну, можно в район башни, там, где сидят все основные танкисты. Но бывает так, что борта не всегда пробивается. Бывает такое, что желтая зона какая-нибудь, там пробитие маловероятно. Но всегда бывает, что есть зеленая. Поэтому, если вы выцепили танк бортом, цельте желательно в боковые люки мехвода и стрелка-радиста. Туда уж вы точно пробьете. Ну, или борт башни. А теперь инфа для тех, кто любители побегать с берданкой на максималках. Если у пазика с литерой Б боекомплект был под верхним центральным катком, то у пазика с литерой Е боекомплект сместился под четвертый опорный каток. Поэтому пару патронов калибра 14,5 в то место, и у третьего пазика на комбашенке возомнится такой олимпийский факел. Вот. Ну и кто у нас делается в Эдлис, кстати? Видно, что прицел весь зеленый, вся эта проекция, куда мы пытались пробить третий пазик в тундре. И во все эти уязвимые места третий пазик будет прошибаться. Вот. Кстати говоря, заметьте, какие красивые дыры отстаются от снарядов, ну или отверстия, потому что, знаете, как в школе трудовик говорил, дырка в жопе, а это отверстие. Ну да ладно, с почти с третьими пазиками разобрались, теперь, наверное, самые грозные противники. Дамы и господа, сейчас на ипподроме перед вами, наверное, самый суровый зверь, четвертый пазик с литерой Е. Одного бронебойного снаряда с его пушки достаточно, дабы превратить ваш длинномер в груду горящего металла. Поэтому, если вы видите этого зверя в прицеле, быренько собирайте волю в кулак и старайтесь выцелить его уязвимые места. Коих здесь не так уж и много по сравнению с третьими пазиками. Главная фишка этого танка в том, что люк мехвода защищен сдвоенной броней. То есть, видите, 30 мм основной брони и плюс дополнительные 30 мм бонусной брони. Поэтому наш шрапнельный снаряд лобовую броню просто тупо не возьмет. Но у четвертого пазика есть ахиллесова пята прямо во лбу. Это толщина его башни. Если маска орудия здесь 35 мм и она уже не особо пробивается, то щечки башни уже здесь составляют 30 мм. И этого достаточно для того, чтобы поразить танкистов, которые сидят в башне нашими шрапнельными снарядами. Вот такая вот ахиллесовая пята у этого танчика есть. Смотрим пробиваемость. Что ж, шрапнельные снаряды заряжены, дистанция 200 метров, и первая уязвимая зона — это, как ни крути, а люк мехвода, потому что он тоже пробивается. Ну, насколько он пробивается в энлистаде, я не знаю. Вот, пробивается так же само в башенку, заходят снаряды на ура, видите, вот эти вот щечки вот эти вот, где стоят эти вот два, не знаю, как эти бугорка они называются, не знаю, оптика какая-нибудь. Вот оно сюда пробивается. В башню, именно в маску орудия, танк уже ни хрена не шьется. А что насчет бортов? Борта здесь у этого танка тоже довольно-таки толстые, 40 мм. То есть вот эта вот надбашенная проекция с шрапнельным снарядом уже ни хрена не шьется. Но зато есть еще более-менее уязвимые места. Это, например, борт башни и лючки мехводов, которые находятся непосредственно возле самого мехвода. Как бы это тупо не звучало. Вот туда шрапнельный снаряд залетает на ура. Так же самое здесь. Видите, вот тут этот лючок радиста-стрелка, то есть туда снаряд залетает. Также сам борт башни 30 мм, тоже снаряды туда довольно-таки эффективно залетают. А вот уже пробить боекомплект — это довольно-таки сложная вещь, поэтому не сильно заморачивайтесь, кидайте просто по башне и все. Есть небольшая такая вот линия, где броня тонкая, и туда, возможно, вы попадете и пробьете снаряд, ну, точнее, уничтожите боевую кладку, и просто-напросто будет все же зашибись. Ну, а владельцам противотанковых ружей я могу вам посоветовать только одно. Зажмите динамит и киньте ему под борт. Не надо выцеливать вот это вот геройствовать и все такое. Ну, а теперь непосредственно обстрел четвертого пазика в Эдлистаде. Попробуем таки пробить его в первое место, в люк мехвода. И что-то мне кажется, мы сейчас потерпим фиаско, потому что прицел полностью идентично то красный, то он вообще серый. Ну что же, дубль первый, выстрел шрапнельным снарядом в комбашенку четвертому пазику. Начали. А знаете, пробитие есть, даже в зеленую зону. Теперь давайте-ка попробуем куда-нибудь в другое. В люк мехвода. Также пробился, вот что неудивительно. Теперь попробуем в пулеметку. Ну и в пулеметку, как говорится, первый коронный, второй такой же и третий похоронный. Поэтому вот вам уязвимые места. Комбашенка, люк мехвода,
пулеметное гнездо стрелка-радиста. Ну и если это все не получается вам выцелить, то башня в счетчики закидывайте, и будет вам, так скажем, счастье. Вот он, венец немецкой прокачки. Третий пазик с литерой J. 29 уровень. Фишка этого танка в том, что он монолитный. 53 мм брони. И шрапнельный снаряд его никуда не возьмет. Поэтому при встрече с этим аппаратом креститесь, молитесь, взывайте в помощь к Николаю Чудотворцу. И, возможно, вам повезет выжить. Что у нас по уязвимым местам? Ну, пробить его в лоб вы даже в люк пехоты не сможете. Потому что все-таки красная зона и... Максимум, что вы сможете сделать, только ослепить мехвода. Но от этого толку никакого нету, потому что повреждения оптики в игре нету. Зато есть курсовой пулемет, ну, точнее, пулемет радиста, как он там правильно называется. Вот в эту точку он довольно-таки пробивается. И снаряды сюда залетают. Еще раз. Вот, двоих танкистов грохнули. Ну, в итоге... Три из них остались живы. Также помимо пулемета, уязвимое место есть еще в башне. Видите, вот этот вот небольшой треугольничек, где заканчивается маска орудия, но еще не заканчивается башня. Вот в это место также пробивается шрапнельными снарядами. И причем это место есть как в правой части башни, так и в левой. Поэтому если четвертый пазик с литерой G прячет корпус, то пытайтесь выцелить вот это вот место, и вы его пробьете. А вот борта у третьего пазика с литерой J довольно-таки тонкие по сравнению даже с четвертым пазиком. Поэтому шрапнельный снаряд сюда залетает в любую точку под любыми углами. А для любителей берданок для максималках, если хотите выбить боекомплект, цельтесь над четвертым катком опорным. Хотел бы вам я еще показать этот танк в энлистаге на полигоне, но есть одно такое маленькое но. Я его просто там тупо не нашел. Поэтому едем дальше. Очень-очень редкий зверь на наших картах это... ПЗ-38Т с литерой F, прямиком из Чехословакии. Фишка этого танка то, что он монолитный и 50 мм брони, поэтому довольно-таки его трудно пробить будет шрапнельным снарядом. Но есть некоторые уязвимые места. Первое, Первое уязвимое место это под пушкой, то есть погон башни вот это вот. Вот сюда он довольно-таки пробивается. Здесь у нас толщина брони 30 мм, ну и с одного выстрела можно отстегнуть абсолютно все. Второе уязвимое место это комбашенка. И вот в комбашенку я вам рекомендую лучше всего накидывать, потому что, извините, ну, комбашенка это, блин, такое, такого нехренового размера кастрюля, и пробивается она довольно-таки эффективно. Вот так вот тут. А борта этого чехословака такие же самые по толщине, как и у третьего пазика. 30 мм брони, которые пробиваются нашим шрапнельным снарядом на ура. Но вот боекомплект здесь спрятан за катками, и уничтожить его противотанковым ружьем довольно-таки сложно и проблематично. Проще кинуть динамит. Вот. Ну и полигон Энлиста, да куда же-то без него? Куда там пробивается наш танк? Видите, везде практически лобовая проекция вся красная. Ну вот под башней довольно-таки зелененькая. Ну-ка, огонь! Есть пробитие. То есть все те чуваки, которые сидели в башне, автоматически им стало хреново. В кастрюлю командирскую туда же зашло и пробило. Теперь давайте какой-нибудь там похоронный сделаем и все. И наш ПЗ-38Т с литерой F взялся пламенем и просто-напросто разлетелся. Вот так вот. Вот примерно все зоны пробития ваших потенциальных врагов. А вот так вот наш Т-28 выглядит в гараже. Как написали в комментариях под видосом про Пантеру, то что я не показал внешку танка. Вот такой вот тут наш длинномер в стоковом зимнем камуфляжике. Вот. Ну и характеристики, куда же без них. 69 76-мм снарядов, то есть 35 шрапнельных и 34 фугасных. И почти 8000 патронов на 3 ствола, это вполне себе в самый раз. КД пушки 5 секунд, но для этого надо будет сейчас телепортироваться на полигон и действительно засечь, правда это или брехня, как обычно. Мы на полигоне, в руках секундомер, засекаем. 4,9, если округлить. Ну, вполне себе, правда. Ну, может, я неправильно там где-то засек, как обычно. Ну, то ладно. Скорость поворота башни 12 градусов. Ну, по сравнению с третьим пазиком с литерой J, у которого там скорость поворота башни то ли 3 градуса, то ли 4, я вот не помню. Это, по сути, эталон скорости. Скорость нацеливания пушки 2,4. Не так уж и много, но... На том, как говорится, спасибо. Но что-то не написали, сколько здесь...
углы вертикальной наводки, а я вам скажу, 5 градусов вниз пушка смотрит и 25 вверх. Это инфа из тундры, поэтому ей можно верить. Я вот так сказал. Поэтому, как говорится, это типичнейший советский танк. А советские танки это не про комфортный УВН, я вам сразу скажу. А вот у пулеметов здесь УВН еще хуже. Если у пушки 5 градусов, у спаренного пулемета с пушкой тоже 5, то вот у башенных пулеметов то ли 3, то ли 2 вообще, ну, не помню сколько. Ну, они немножечко так это рассинхронизированы с основной пушкой. Вот. Поэтому не удивляйтесь, если один пулемет у вас стреляет вниз, а другой куда-то вверх. Вот. Толщина брони 30 мм вафельного картона. Любой танк его пробьет. Особенно если это будет четвертый пазик с литерой Е. Борта у нас и еще тоньше, поэтому желательно под какой-нибудь там второй пазик с литерой С тоже лучше не подставляться, ибо он вас прошьет. Ну, снизу не будем говорить, это 16 мм, это любой динамит этот танк возьмет. Башня, вот тут, конечно, все-таки забавно. Если впереди у нас броня 20 мм, сбоку тоже 20 мм, то сзади 30. Забавно. То есть, вот эта вот задняя часть, где находится тыльный пулемет, ну, вы поняли, вот это вот, ну, там 30 мм. Бред какой-то, честное слово. Ну, ладно. Ну, хорошая мощность двигателя, 425 лошадей. Танк довольно-таки резво ездит. Ну, масса 25 тонн, это так себе. И максимальная скорость 40 км в час. Ну, учитывая того, что еще можно его прокачать, то танк будет еще ездить быстрее, крутить башней тоже быстро, ну и разброс у него тоже пропадет. Вот. Вот такие вот неспешные характеристики у этого танка. Ну и самое главное, экипаж есть человек, который позволяет вам фармить просто неимоверное количество опыта. Там с 10 фрагов у вас там будет 60 помощей и 10 фрагов. И это очко будет ни хрена себе. Поэтому танк, если вы умеете играть, управлять и все такое, вам будет просто обеспечивать первое место просто по КД. Каждый бой вы будете занимать призовые места. Если вас, конечно, никто не обойдет сзади и не закинет вам куда-нибудь там динамит на жопу. Вот. И, походу, надо уже заканчивать. Вот, потому что уже 22 минуты видос идет. Ни хрена себе. Я такие только подкасты пилил. Вот. Короче говоря, что вы думаете по поводу такого вот полного разбора танков, уязвимых мест и всего прочего? То есть напишите что-нибудь там в комментариях, там поставьте что-нибудь там, палец вверх, палец вниз, можете даже подписаться на канал, это бесплатно. Ну и все такое. С вами был Гарсон Солобимов. Спасибо, что посмотрели. Удачных вам боев и побольше опыта в боях. Ну и не забывайте, игра выживет, обязательно выживет. Это просто у нее нехорошие времена настали. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как бы это однообразно и топорно не звучало, ну и все такое. Всем до свидания.